Так, начинаем отливку свинцом мужчины. Имя его называю про себя. От злого колдовства, воздействий чужих, от колдовских нападений, от перекладов болезней, перекрытия земли, перекрытия неба, перекрытия сердца, от лярв, бесов, сущностей, от эгрегоров колдовских сообществ, от злых пожеланий, от мороков, оморочек, от вампирских подключений, злых печатей. Свинец заговоренный лежал на фотографии, впитал весь возможный негатив. Батюшка Свинец, помоги очистить его, снять все проклятия, заклятия, все болезни вернуть тем, кто желал ему зла, очистить и омыть. Этот мужчина часто встречается с колдунами, работает, на него часто совершаются нападения, и нужно очистить его, снять весь морок, все проклятия, заклятия, и очистить и омыть его. Силы неба, силы земли, силы огня, силы воды, помогите очистить его. Силы ночи, силы луны, заберите весь негатив и очистите полностью. Силы четырех ветров, батюшка, северный ветер, помоги очистить его. Батюшка, южный ветер, помоги очистить. Батюшка, западный ветер. Батюшка, восточный ветер. Потянулся южный ветер. Батюшка, свинец, помоги. Свинец заговоренный. Давайте посмотрим в узоры на свинце. Здесь мы можем увидеть лица людей или сущностей, которые влияли или влияют. Смотрим наверху. Женская мертвая энергия, некротика есть. На горле видите подключение. Здесь, похоже, от какой-то женщины. Недобрая женщина. Прямо пытается, похоже, переложить болезнь на горло, на сердце. Еще какие-то змеи снизу тянутся. Это воздействие сущности. И еще женщина неприятная. Мужчина злой. А лярва прямо бес сидит сбоку. На второй чакре, похоже, что-то. Под ногами пытаются перекрыть, да. На плече сущность пытается укрепиться. Много, много воздействий от людей, от сущностей. Батюшка Свинец, помоги очистить, снять все злое колдовство. Берем щепотку соли. Бросаем в огонь, батюшка, огонь. Все злое колдовство, все проклятия, заклятия. Верни тем, кто желал ему зла. Открой ему все пути, все дороги. Сними мороки, оморочки. Очисти его силу, сделай его мощным и сильным. Берем щепотку заговоренной муки, чтобы открыть поток благосостояния, благополучия, удачи, финансовый, денежный, поток счастья. Берем три щепотки заговоренной соли, бросаем в чашу с водой, матушка вода, омой, очисти. Фотография его лежит здесь, под этой чашей, голова строго север, ноги юг, запад, восток, матушка вода, помоги. Берем щепотку соли, бросаем в свинец, батюшка свинец, помоги. Пройдемся по прошлому, до самой колыбели соберем проклятие по жизни, по роду, сглазы, порчи, заговоры, наговоры, злое черное колдовство, злые колдовские шепотки, крадники, подкрадники, ведьмские мешочки, рассорники, привязки, завязки, привороты, навороты, окормы, опои, печати, знаки, метки от людей, от сущностей, которые могут притягивать в твою жизнь проблемы, неприятности, болезни, чужие злые пожелания, злые слова, косые взгляды, злые мысли. Программа от эгрегоров, от людей, жадность, чужую злобу, зависть, переклады болезни, переклады несчастья, переклады судьбы, вампирские подключения, от эгрегоров болезни, бедности, несчастья, одиночества, безденежья, все это отливаем. Всех лярв, бесов, подселенцев, подключенцев, инсектоидных, рептилоидных, демонических, некротических, бесовских сущностей, инкубов, суккубов, мстительных духов. Небо над ним очистим, откроем. С головы морок снимем, колдовской ошейник, шеи, путы с рук, оковы с ног. Землю очистим, чтобы земля носила, кормила, защищала его. Будущее его омоем, очистим. Настоящее время здесь, сейчас. Пройдемся по роду матери. Соберем проклятие, заклятие. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое поколение. По роду отца. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. По отцу много грязи. Да, батюшка Свинец, помоги. Давайте пройдемся. Небо над ним откроем. Морок с головы снимем, мошенник шеи, все метки, печати, руки, каналы удачи, чтобы удача шла сильная, хорошая, мощная, сердце, злые слова, злые пожелания, лярв, бесов, мстительных духов, солнечное сплетение, желтое, золотое солнце, удачи, крадники, подкрадники, ведьмские мешочки, рассорники, спичные привязки, завязки, вторая чакра приворот, первая чакра здоровья, ноги, чтобы земля носила, кормила, защищала его, землю под ним, небо над ним, все злое и плохое возвращаем тем людям, тем колдунам, которые мешали и отравляли его жизнь. От всех болезней и несчастий отливаем. Смотрим. Так. Ох, на животе сущности. Раз, два. Пытаются подключиться. Действительно, вторая чакра. Энергия. На голове, видите, пытаются на голову воздействовать. Видите, лярвы вокруг кружатся. Пытаются отщипнуть энергию. Ну что же, все эти морки и морочки снимаем. Теперь давайте посмотрим узоры на свинце здесь, что присутствует. Так.
Лярвочки. Лярвочки, лярвочки, лярвочки. Ну, здесь, видите, мелкие. Крупные, видно, не вырастают, а вот мелкие пытаются набросить. Много всего. Много. Сердце, печень, желудок, поясница, крестец, грудной отдел, шея, голова, локти, коленки, стопы. А эти набросали много. Много. Видно, человек чистится, но постоянно идет корень рода. Видите, до уровня сердца не доходит. Хотя широкий, мощный, потенциал хороший. Вот он, корень рода. Левая часть — род матери, правая — род отца. В принципе, все нормально, но вот здесь есть переклад болезни. Совсем недавно переклад болезни сделан несколькими людьми. Женщиной и мужчиной. Неприятные вещи. Так, и смотрим, видите, канал. Прямо вот здесь мертвец привязан. Мертвец, мужчина привязали. Так, и здесь у нас колдовство. Значит, все идут. Левая сторона. Раз, два, три, четыре. Четыре женщины колдуют. Четыре женщины, ну, не на смерть, а пытаются энергию, потенциал скачать. Вот этот мы канал должны открыть. Чакры здесь, в принципе, чистые. Человек чистится. Болезнь возвращаем той женщине и мужчине, которые колдовали. Всех лярв снимаем с тела, с позвоночника, с суставов. Все это, все злое колдовство, все болезни возвращаем тем, кто желал ему зла. Открываем, очищаем. Все драгоценное нужно сейчас прокачать потоками этого человека. Ну и, конечно, поставить защиту. Все драгоценное нужно действовать.